на канале Понятно. И мы будем снимать новый челлендж. Муха, ой, съест лягуха. Лягуха ловит мух. Привет, ребята, мы снимаем сегодня новый челлендж. Участвует у нас в нем Жюстин, Алис, папа. А мама будет участвовать рукой. Я буду двигать стаканчик. У нас здесь есть такая новая игра. Да? Показывай, Алис, объясняй, что это за игра. Давайте, держи. Ну, нужно, чтобы лягушка вот нарисована, угадала, в каком стаканчике лягушки спрятана муха. Точно. У каждого будет по одному стаканчику. Давайте открываем и сразу посмотрим. Называется наперстки. Да, кстати, очень похоже на игру наперстки, когда меняли какой-то предмет, там был кубик или шарик. Что там было, пап? Что там прятали в наперстках? Шарик. Давайте посмотрим, что там есть. Ой, мухи-мухи. Мухи-мухи. Показывайте, что есть. Алис, показывай, что тут есть. Есть мешочек с мухами. Не скажи глазки на муху. Есть. Они летают. Пик. Нет, вот так. Пик. Пик, мухи же не пик. Тут есть такие классные очки, ребята. Они мигают глазами. Лягушкины очки. Вот такие. Покажи, как они мигают. Кнопочку нажми. Нажми кнопку. Вот такая мигающая лягушка. Ну давайте, клейте глазки мухам. Глазки. И подожди, что там еще, куда вот нужно. Вот это и начинаем. Мухом, а вот это вот мухом. Ты взял мой глаз. Ну, какие вот симпампулечки стали лягушечки, да? Ну такая. Я тебя вижу одним глазом. Ты же рот. А у нее еще рот есть? Да. Ой, какая симпатичненькая мушка. Смотри, какая муха, Алис. Давай мухам глазки клейте тоже. А, милашка какая. Ой, какая мушка улыбается с язычком с таким, да. А твоя, папа, где? С кривым языком, скажи. Смотрите, какая муха, язык такая высунула. Да, разница. Поквакай. Это тихо, оно у тебя квакает. Я муха. Съешь меня. Вау. Ну что, мухи готовы? Да. Готовы. Лягушки готовы? Да. Начинаем. Первый становится лягушкой тот, у кого самый длинный язык. Ну-ка, давайте смедили. Ой, слушайте, по-моему, самый длинный у Алис, посмотрите-ка. Да. Попробуйте до носа достать. Это кто жирафа. Может? Кто может до носа достать? Мама, она так держит. Она может. Ты можешь, папа? Папа не может. Жушка тоже не может. Смотри. Алис, ты просто прирожденная лягушечка ты у нас. Прирожденный язык. Давай. Ты первая начинаешь. Ребята, правила такие. Лягушка хлопает глазами. Пока лягушка хлопает глазами, остальные трое участников должны друг другу передавать в стаканчике муху. Лягушка должна внимательно смотреть, куда перемещается муха. И когда она хлопнет глазами три раза, она может попробовать угадать. Да, вот так. Раз, два, три. Окей. Молодец. Ну что, муха где? Муху положите для начала куда-то. Окей, поехали. Давай, Алис, включай. Смотри внимательно. Последний раз. Можешь уже говорить, Алис. Три раза моргнула. Она угадала. Посмотрите-ка. И наша лягушечка получает первую муху. А очки перемещаются. Джустин. Давай, Жюстин, твой тур. Муха сначала будет у Алисы все время. Она первая передает. Ну что, Жюстин, включаем? Да. Давай. Первый раз.
Ну? Мороженое едет. Ну, уже все, Алис. По-моему, это уже было 3 раза, она уже могла сказать. Давай. Угадывай, Жюстин. Так, как ты узнала? Тише хлоп. Нет, это не важно, все равно. Ну что, теперь я муха или я не буду муха? Давай лучше мы будем мухами, а ты же... Стаканчик-то у меня есть тоже. Ну, тебе повезло. Ну, папа. Как это так? Так, здесь. Муха у тебя. Давай, папа, заводи. А ты сейчас догадаешься. Сейчас беру у него в последний раз. Еще раз. Алис, ты не выдавай. Давайте еще раз. Я иду искать. Так, если хорошо подумать. Давай, 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 папа, хорош думать. Опа! Угадал. Ну вот, у всех уже. Ну, у всех по одной мухе. Я тоже буду? Ну, я не знаю. Ну, давайте попробуем, если получится. Давай. Начинаем. Еще один раз. И давай, мама, отгадывай. Так, мама думает, что... Я думаю, что муха у нас в синем стаканчике. Что-то я угадала! Ура, ура, ура! Yes, у меня тоже есть одна мушка. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. У всех по одному, слушайте. Мы так ровненько идем, классно. Ой, папа, муха развалилась. Не развалилась, это у нее, оказывается, крылья могут сняться. Муха от страха потеряла крылья, папа. И у тебя тоже, Алис. Ладно, чей тур теперь у нас? У Алис? У Алис, да. Подожди, подожди, 3-й раз закрытые должны быть, ты что? Вот теперь можешь угадывать. Нету, не угадала. Она была у папы. Муха была у папы. Все, передавай. Что муха была у папы, а ты что подумала, что у нас? Выключила. Хорошо, теперь Жюстин. У кого Жюстин? Та-дам! Папа! У папы опять муха. Раз. Улетела муха. Муха не хочет быть съеденной. Мушек меньше и меньше становится. Алис, ну он сейчас откроет глаза. Ты что ж сидишь полчаса? Ну все, папа, еще посиди. Ну как? Все? Все, все. Все, да? Что все, все? Ты, Алис, ты не рассказывай. Я думаю, муха и Жюстин. Да. Правда? Правильно. Ну, конечно, Алис сидела полчаса нет, с мухой, пока нет, папа нет, глаза нет. Открыл. Теперь мама. Теперь мама. Давайте. У кого муха изначально? У меня теперь. Нет. Да, у тебя уже 2 раза была муха. Не жирно тебе будет так много мух. Окей, ладно. Так, где муха? У меня! Ну что? Я включаю, давайте. Поехали. Я не знаю. 2-й раз закрыла глаза. Такая муха. Муха, 3-й раз закрыла глаза. И никакой мухи я не знаю. Все, я угадываю. Я думаю, что муха у папы. Да! Точно? Вау, я угадала. Ура,
у меня... А я-то выигрываю, ребята, у меня... Нет, у меня две. У меня две мухи. Мы, папа, с тобой... Папа, мы с тобой выигрываем. Да почему у тебя... У меня две мухи. Мы самые лучшие. У кого сейчас очки? У Алис? У Алис. Да. Тогда она не станет твоей. А, может быть, станет. Хорошо, у тебя есть шанс получить эту муху. Посмотри на нее хорошенько, запомни. Посмотри ей в глаза. Загипнотизируй ее, чтобы она не сильно пряталась. Посмотри мне в глаза. Все, папа, бери муху себе. Муха у меня. Давай, Алис, включай, поехали. Второй раз. Сейчас будет последний раз закрывать глаза. Все? Да. Давай, давай, давай. Где муха, Алис? Мама. О, она угадала, папа. Она нас догнала. У нее теперь тоже две мухи. Ты вверх ногами сделала, но это ничего страшного, зайка. Главное, что они закрываются. Наоборот. Так, хорошо. Жюстин, ты готова? Да. Ну, включай. Отгадывай, Жюстин, можешь говорить. Где, ты думаешь, муха? Тут. Нет! Не угадал. Нет, Жюстин, не угадала. Муха была. Окей. Папа, твой тур, да? Мой? Да. Мой, да? Давайте, теперь папин тур. Ну, ты вся лохматая. Ну, ничего страшного. Ну, это потому что очки. От очков. Так, прячем. Алис, прячь себе мушку пока. На коврик ставь, чтобы легче двигать было. Вот сюда, да. У кого муха? У меня. Муха у Алис. Угу. Поехали. Ты включил очки? Я все вижу. Я вижу все. Я все вижу. Ничего ты не видишь. Я все вижу. Так. Я все вижу. Тебя вижу. Короче. Ну вы даете, вы чего? Папа, подожди. Муха улетела, не говори пока. Мы ее найдем. Кого? Не вижу, да. Все, отгадай. Подожди. Да. Отгадываю? Ну, попробуй. Пап, выключи муху. У кого ты думаешь? Здесь, у Алис. Да? Да, у Алис. Ну, конечно, она на пол улетела. Наша муха. Хорошо, так. Теперь я? Мамин тур. Ну, так. Я вижу. Я вас вижу. Я всех вижу. Я всех вижу. Ой, я ничего не вижу. Я могу угадывать или нет? Еще разочек. Еще разочек. Окей. Все, давай. Все, я угадываю. О, я думаю, что муха у Алис. Дудки. У Жюстин муха. Нет, мне не удалось заполучить эту муху. Шутки. Дудки. Давай. Тише. Подождите. Тихо, не кричи так все время, Алис. Все, начинаем. Она у папы. Давай у папы. Давай у мамы. Не, ну, Алис, неважно, давай. О, что-то долго. Ладно. Я тебя вижу. Я все вижу, даже тебя вижу. Ты за мухой смотри. Где муха? У меня? Там, да, да,
Так, они нас обогнали. Осталась последняя муха. Смотри, Жюстин, у тебя меньше всех. У тебя одна муха. У меня две мухи. А у папы и у Алис по целых три мухи. Хорошо, Жужу, говори, когда поехали. Муха у папы, давайте, вперед. Запускай. Все, угадываешь? Та-дам! Муха осталась там же. Начали? Все, давай. Ну что? Давай, папа, где муха? Кеньки-быньки, ты смотри, должен был. У меня муха была. Алис! Слушайте, это была последняя муха, что ли? Алис, ты выиграла. Это у тебя больше всех, ты на первом месте. У меня три мухи, у меня на одну меньше. Нет, нет, ты на втором месте. Правильно. Ну, у кого две мухи? Я на каком месте? А у Жужки? А у Жустина одна муха. Еще одна муха. Смотрите, как у нас получилось. Раз, два, три. Да, у нас прям по порядку получилось. Та-дам! Та-дам! Поздравляем победительницу лягушку. На, лягушка, надень очки, открой ей глаза. Скажите, мы тебя будем поздравлять. Это песня победителя, смотрите. Вот, супер. Мы поздравляем нашу лягушку-победительницу. И всем понравилось наше видео, ставьте лайк. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока! Пока-пока-пока-пока-пока-пока!